15 февраля исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел по Республике Адыгея полковник внутренней службы Адемир Тумов провел выездной прием граждан по личным вопросам в администрации аула Бличепсин. Он проходил с 15 часов дня до 18. Всего по различным вопросам обратились 5 жителей аула. В основном вопросы касались трудоустройства, работы по ПС, ДПС и другие. В приеме приняли участие начальник полиции Анзаур Гишев и начальник участковых инспекторов. По всем вопросам были вынесены соответствующие.